Хотели бы узнать о такой точке входа, которая существенно повысит прибыльность вашей торговли? Если да, смотрите это видео, из которого примерно за 10 минут не только узнаете главные особенности паттерна треугольник, но и научитесь безошибочно находить его на графике. Добрый день, с вами Адмиралс, меня зовут Лембиту. Для теоретической части отобрал для вас самые важные критерии, по которым можно отличить прибыльный паттерн от всего остального. Также выясним, что стоит за формированием треугольника. Во второй части будут примеры. Они сделаны в виде теста, а ближе к концу раскроем малоизвестный секрет треугольника. Зная его, сможете гораздо чаще входить в сильный импульс на пробой. Чтобы больше узнать о техническом анализе, подписывайтесь на YouTube-канал Admirals. Там найдете видео, которые раскроют секреты Price Action и приведут вас к прибыльному трейдингу. Видео сделано на основе онлайн-вебинара, но ролик запаздывает и не включает уникальных вопросов, разбираемых на занятии. Поэтому, кто хочет первым знакомиться с материалами, присоединяйтесь к нам. Вебинары проходят раз в две недели по вечерам в четверг. Для регистрации переходите по ссылке в описании. Эту презентацию можно скачать без регистрации из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Ссылка под видео. В группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Когда ищете в интернете о фигуре треугольник, часто натыкаетесь на очень разнородную информацию. Зачастую за треугольник принимают самые разнообразные конфигурации цены. Чтобы не путаться в таком обилии фигур, дам однозначную характеристику паттерна. Самый главный признак – многократный тест горизонтального уровня при выраженном трендовом движении. Чтобы проще было понять, представьте себе, что по ходу движения появилась большая лимитная заявка продавца. До тех пор, пока заявка стоит, цена выше пойти не сможет. Наличие тренда говорит об активности рыночных покупателей, которые не дают понижаться минимумом. Таким образом, цена оказывается запертой, сверху стоит большой продавец, а снизу поджимают покупатели. Для нас это очень хороший момент для сделки, потому что когда разберут продавца, цена устремится резко вверх. Как думаете, за счет чего так происходит? Предлагаю разобрать это подробно. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать длинную сделку, кто-то планирует открыть короткую. Своими заявками продавцы снизят цену. В какой-то момент давление продавцов ослабеет, и под натиском покупателей цена вновь пойдет вверх, формируя новый минимум. Механизм поведения цены непростой, а для прибыльного входа важно хорошо в нем разбираться и применять на практике. Поэтому, чтобы видео не потерялось, поставьте ему лайк. Путь вверх преграждает большой продавец, поэтому график идет вниз. Если силы продавцов не хватит, чтобы довести цену до предыдущего минимума, это говорит о перевесе рыночных покупателей. В какой-то момент покупатели прижмут цену к уровню сопротивления, не давая снизиться. Выше большого продавца будут стоять стопы шортистов и заявки buy-stop тех, кто хочет присоединиться к движению на пробое уровня. Когда срабатывают стопы продавцов или заявки buy-stop, это импульсно усиливает рост. Правда, иногда цена после пробоя резко идет вниз. Это радикально меняет ситуацию. Трейдеру очень полезно знать, что в таком случае делать. На эту тему у меня есть ролик «Ложный пробой треугольника». Ссылка на него будет в описании. Для глубокой проработки темы нужно научиться узнавать паттерн на графике. Поэтому прямо сейчас переходим к тестам. Первый пример. Посмотрите на график и скажите, подходит ли данная фигура по всем трем критериям. Готовы? Начали! Формально это, конечно, треугольник, но это не та фигура, что нам нужна. Этот паттерн не соответствует первому критерию. Пример 2. Подумайте и скажите, отвечает ли данная фигура всем трем признакам. В данном случае треугольник отвечает всем трем критериям, так что вход в шорт – правильное решение. Пример 3. Как думаете, похоже это на треугольник? А отвечает ли всем трем критериям? Подумайте. Данная фигура сформирована против тренда. Это ее главный недостаток. Пример 4. Стали бы здесь открывать короткую сделку на пробое поддержки.
Да, конечно, это хороший вариант для входа, потому что треугольник строго по всем правилам. Пример 5. Если увидели, что график сформировал похожий треугольник, можно смело входить в лонг. Пример 6. Это отличный образец треугольника, в котором присутствует секретный ингредиент, о котором обещал рассказать в конце. 7 пример. В данном примере можно тоже смело входить в лонг, потому что треугольник отвечает всем трем критериям. Если интересно, как в подобной ситуации разместить стоп, посмотрите мой ролик «Так нельзя ставить стоп-лосс». Ссылка на него будет в описании. Пример 8. Думаю, к 8 примеру вы уже сразу увидели проблемы этой фигуры и не стали бы открывать здесь лонг. Пример 9. Это отличный образец треугольника. Как думаете, в данном случае можно было бы так управлять сделкой, чтобы взять максимальную прибыль? Если затрудняетесь с ответом, напишите комментарий, указав почту, а я вышлю методичку с правилами управления сделкой. Пример 10. Сразу после примера расскажу о том, как заранее видеть, что в треугольнике после пробоя будет сильный импульс. Увидели правильный треугольник? Очень хорошо. Заметили, что к 10 упражнению стали лучше видеть паттерн, а это значит, что каждое повторение помогает вырабатывать навык видеть прибыльные паттерны. И пока тренируетесь, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео, поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. Прежде чем подведем итоги теста, покажу особый признак при формировании треугольника, который с большей вероятностью подскажет, что пробой будет сильным импульсом. Если видите, что ближе к сопротивлению перед ожидаемым пробоем цена небольшими свечками прилипает к уровню, это часто приводит к сильному импульсу на пробое. Посмотрите, как это выглядит на примере. Прежде чем цена пробила уровень, она небольшими свечками прижалась к поддержке. Заранее видя этот признак, можно рассчитывать на более сильное движение. Интересно, вы заметили этот признак в других примерах? Напишите, в каких тестах был секретный ингредиент. На канале Admiral Markets, помимо моих роликов, есть уникальные живые уроки с легендарным трейдером доктором Элдером. Кто хочет знать мнение доктора Элдера о текущей рыночной ситуации, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. А сейчас подведем итоги теста. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше 5 баллов, тест не прошли. От 5 до 8 средний результат, лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат. Если понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на YouTube канал Admirals и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!